Киля! Киль! Хоть сюда. Кому сейчас народ повезет? Знает, умеешь делать, иди туда, иди туда, иди туда. Да. Все знают, что Филя – это лев-автомобилист. Пошел в люди. И по морде чуть-чуть, и погладить можете вот так вот, да. Вот чувствуете, что посмотрите, какой. Хороший. Да, он уже вон по 200 килограмм весит. Не, если вы его, да, будете не это не ограничивать, то, конечно, он килограмма 2 откусит. Надо по носу сказать, не можно меня кушать, да. Вот так, что же вы это, выставили, приглаживаете еще. Нет, все хорошо. Можешь заднего Андрея. Да, я вкусный. Лева побольшущий. Да, он хороший, большой лев будет. Хороший. Филя, ну, как Филя? Ну, царапан, как это. Он аккуратный. У белого. Когда ты уже будешь ездить? Духом пол живота не слезнул. Его можно скоро катать будет в машине. Оп. О, и идет Витя. И Витя сюда идет. За Филей. Они подружились, по-моему. Да? Молодые. Они как раз одного возраста. И было бы чудненько, если бы подружились. Это белые, да? Это белые, да, молодые. А белые они естественные в природе? Или они как-то получились случайно? Ну, нет, в природе их поймали всего одну пару в 50-х годах прошлого столетия и стали размножать в неволе. И вот их сегодня где-то 300 по всему миру, но они живут в зоопарках только. Считается очень ценными, но это отдельный вид считается, не альбиносы. То есть, то есть это как какое-то отклонение в природе получилось? Ну да, оно как оно получилось, что да. Вот. Ну, по идее альбинос это когда рождается там у рыжих, вот родился альбинос. А если... А, он какой красивый, смотрите, да? О, иди. Зелени какой. Леон красавец. Ну. Зелень сумасшедшая. Ты решил с нами здесь встретиться? В саванне? Леон, бросайте надежды пугать народ вот это вот. Мы знаем, какой ты крутой. Это целенаправленно. Конечно. Лев, который умеет ходить задом наперед. Да. А, Леон. Леон, это новый автомобиль. Он тут 15 мест берет уже. Ты с ним еще не боролся. Ай, Леон. Леон, пойди съешь кого-то с заднего сиденья и успокойся. Что ты с железякой воюешь, ну? Пошел. Да. Пошел? О, да, такой мощный, красивый. О, какой кадр вообще стоит. Да, 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 да. Ой, мордочку поверни. Леон! Леон, сюда. Леон! Сзади идет. По-моему, успел. Витя. Успел. Леон красивый, Леон хороший. Вот между тех кустов бы стал еще дрока испанского. Сейчас скажи, Витя, помойте, дам. Ой, и стану. Поцарапаны свежие. Не страшно, что для льва это. Ни о чем. Это лев тоже, да? Витя прямо бегом. Что там? Такое. Леон показал, кто в доме хозяин. Витя лег. Зубы сразу Витя показывает. Сразу под него, да? Угу. Сдался. Все. Возраст, опыт. А вон какая лица здесь, оказывается, лежит красивая. А так вот он что здесь сидел. Да, мы заехали с вами, видите, куда? Тут не все так просто. А. Красивая, красивая. Ну вот представьте, в каком национальном парке мира еще вот так вы можете ездить и среди львов. Ну, где-нибудь в Кении разве что. В Кении, да. Но вас близко так в открытом автомобиле повезут в Кении. За решоченном джипе с рейнджерами
Львы будут... Да. О том, чтобы пообниматься и да. погладить, да. речи не будет. Насколько открытым нет, скорее стандартной компоновки да. с людьми, и вы и выпускать нельзя. И так никто не подойдет к вам, как Лео найдет. Да, это все, это прямая для броска. Сколько ему бросится на машину? 1.5 секунды. Они с места прыгают? Он предупредит, если захотит вас съесть. Рычать будет, в позу станет специально. Я понимаю, что они с места прыгают, не берут разгон. Берут, я понимаю, как и так, если заходят. Да. А, смотрите, как красиво лежит этот молодой. Витя. Витя! Там дожди Витя. Прошли, зелень. Зелень сумасшедшая. Они их не интересуют. С воронами интересно, да? Ну, все время мне отвечают. Я, да.